Ульяновск с Вьетнамом будет налаживать не только тесные культурные связи, но и деловые. Об этом заявил глава региона Сергей Морозов в ходе встречи с послом Вьетнама в России Нго Декманом. Хотели сделать так, чтобы 2019 год прошел, в общем-то, наверное, такой, как такой своеобразный перекрестный год с провинцией Нгьям в Ульяновской области. Мы предлагаем провести бизнес-форум в удобное для вас время. Либо весной, либо летом. Сергей Морозов обратил внимание посла на работу особой экономической зоны Заволжья, в частности, о возможности размещения крупного центра дистрибьюции вьетнамской продукции. Идею совместных бизнес-проектов поддержал гость. Господин Нго Декман предложил строительство в Ульяновске торгового центра вьетнамской продукции. Помимо этого, на встрече были затронуты вопросы обмена опытом между образовательными и культурными учреждениями двух государств. Тематические фестивали и выступления фольклорных коллективов в честь праздного дня рождения Хо Ши Мина пройдут в рамках перекрестного года Ульяновской области с провинции Нгьян. Они так красиво, они часто поют русскую песню, так что там будут организоваться мероприятия, которые чисто русские или русские, вьетнамские мероприятия. В конце встречи участники обменялись памятными подарками. Губернатор вручил гостям проект памятника Владимиру Ильичу Ленина в столице провинции Нгьян, городе Винь. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.